Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Zomba Buster. Играть слот 1. И у нас осталось 2 уровня, да? 27-й. Ну что, поехали. Все вроде бы у меня взято, все прокачано. Да. Будем приступать. Вот не знаю, все думаю, стоит ли нам менять вот этот дрон на перчатку. Или же не стоит. Может, поменяем все-таки, а? Давай поменяем. Так, а здесь у нас все четко. Меня вполне устраивает. Ну что, стартуем. У нас еще, кстати, будет 4 бойца. Судя по всему, наверное, после поликлиники будет последний уровень. Судя по всему. Ничего себе, да вы издеваете. Так, тихо, тихо, тихо. Пёся, 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 куда ты бежишь? Давай бомби. Так, сюда же поставим сразу агента. Ничего себе, обалдеть. Зона хила. Так, я не знаю, надо как-то вот так, может быть, делать. С этим-то мы здесь разберемся. Все-таки раскрутили меня, да, на энергию. Кстати, кто-то спросил из подписчиков Рэй, а что это за персонаж? Ребята, я объясняю, вот это вот не персонаж. Это я, например, вот мешается мне, например, здесь агент. Я кликаю сюда и агента убираю и ставлю другого персонажа. Вот что это такое. Надеюсь, я понятно объяснил. То есть элементарно убираем персонажа. Так, тихо, тут у нас, ого. Так, выставляем с тобой агента. Да, отхил, конечно, тут идет мощнявый. Тут не поспоришь. Так, я надеюсь, с амбалом-то мы сможем здесь совладать. И вот здесь, конечно, мне не совсем все нравится. Так, давай мы, наверное... Нет, лучше возьмем нашего... Так, во-первых, вот так сделать надо. А то уже достали, серьезно тебе говорю. И выставляем вот так. Окей. Типа вот такой команды у нас пока будет. Шипы. Так, теперь давай подумаем, кого сюда поставить третьим. Можно, в принципе, поставить... Вот этого, да? Ну, 250 энергии ждать. Долго. Кстати... Оу-оу-оу-оу. Кстати, ты заметил, что... Да ё-моё. Что киборги здесь не залечивают раны. То есть, ну, ты понимаешь, почему, да? Потому что они роботы. Они роботы, и, соответственно, они не могут здесь отхиливаться. Видишь, они только получают урон. Или все-таки отхиливаются? Нет, не отхиливаются. Так, слушай, секундочку. Тут какие-то у нас с тобой проблемы начались. Надо на каждый этаж. Ну, этажей ты видишь сам, да? Аж 5 штук. На каждый этаж успеть всех поставить. Но это просто нереально. Так, вот здесь у нас агент. Давай поменяем, наверное, потому что амбала нужно завалить. Однозначно. Так, секунду, секунду, секунду. Что бы нам сделать? Можно, в принципе, снайпера или вот так вот сделать. Ну, вот так вот я сделаю. На всякий случай. Будет как добивающий у нас. Ну, естественно, нужно к нему сразу присобачить агента, чтобы он снимал броню. А этот уже смог спокойненько себе пробивать. Две волны, да, мы с тобой прошли. Сейчас еще будет 3. Вон, песик бежит, понятно. Ну, вот здесь очень хорошо. Здесь, видишь, ребята, уничтожили плоти. Поэтому вот этих амбалов мы с тобой быстренько сейчас расчекрижим. А вот здесь вот все намного хуже. Здесь, наверное, придется вот так вот делать. Активировать, как говорится, ускорение. Для того, чтобы их просто разобрать, этих роботов. Вот, все у нас прекрасно идет. Так, нам нужно еще с тобой как-то подумать о следующем этаже, который у нас просто с тобой пустует. И нам нужно его как-то чем-то подзабить. Ну, можем поставить, например, шефа. Пускай шеф стоит. Если что, можем вот так с тобой сделать. Прекрасно. Сюда шипы. Ну и что? И нужно нам с тобой вот сюда поставить, по идее, агента одного. Да? Сделаем. А вот сюда кого-то, наоборот, вот, наверное, типа того надо сделать нам. Шикарно. Еще одну волну пережили. Остается две. Остается две. Снайпера бы, конечно, поставить бы нам куда-нибудь.
Вот здесь бы неплохо он смотрелся бы, в принципе. Я считаю. Или шефа влепить сюда. Посмотрим сейчас, кто пойдет. Ну, здесь уничтожитель плоти, поэтому этих мы с тобой быстренько сейчас уничтожим. Вот здесь два дрона идет, поэтому давай вот так с собой сделаем, чтобы быстренько с ними разобраться. Можно, конечно, поставить сюда еще одного, ну, предположим, агента, да, и мы будем быстренько с ними разбираться. Так, секунду. Давай мы, наверное, с тобой сделаем вот так. Уничтожитель плоти у нас здесь будет с тобой стоять. Окей. Так, песик этот не пройдет. Вот это вот мне не нравится, ребят, что здесь происходит. А, хотя он тут один остался. Мне показалось, что их там еще целая куча. Нет, тогда все отлично. Дрона мы сейчас завалим. Вот с этим надо что-то делать. Шипы. Как говорится, нам в помощь. Да и кого-то надо посерьезнее сюда поставить, помощнее, да, сказать так. Так, секунду, секунду, секунду. Давай вот так вот сделаем. Потому что этот будет плоть уничтожать, а вот с этими, да, здесь с этим нужно побыстрее разобраться. Ё-моё, они идут, друзья мои, они идут. Одинаковая скорость, даже если они дойдут сюда, ребята, они взорвутся на мине. Даже если они все дойдут. Ты понимаешь, знаешь, о чем я? Да, они если дойдут, ребята, они взорвутся. А дойти, скорее всего, они дойдут. Этот робот успеет. Нет, не успел. Оу-оу-оу, ты посмотри, что тут творится. Ты просто полюбуйся. Так, где у нас уничтожитель плоти? Его ставим сюда. Перчатка. Угу. Ну что же. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Внимательно, ребята, секем. Так, здесь надо нам поменять. Поменять кого? Вот так вот мы с тобой сделаем. Это будет оптимальнее. Блин, что же тут у нас наверху-то творится? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как тут плохо все, ребята. Взорвется, да, песи? Уничтожитель плоти, ребята, очень долго перезаряжается. Я еще раз тебе объясняю. Очень долго. Поэтому, как бы, давай вот так вот сделаем. Так мы можем их, наверное, быстрее разобрать. Эх, не успеем, скорее всего. Да, скорее всего, не успеем, ребята. Либо жирный пройдет. Но если мы его... Никто не прошел, да? Никто не прошел, друзья мои, победа. Металлический бастер, я получил достижение. Фух. Все-таки надо уничтожителю плоти ставить, ребята, ускорение, чтобы он быстрее стрелял. Так, ну что, миссии у нас тут. Оу, 10 тысяч голды заработали мы с тобой, отлично. Так, давай посмотрим, что у нас там. Ох ты. Слушай, а мы же можем с тобой взять что? Так, тут у нас... Три медальки. Повышает скорость генератора. Ладно, возьмем. По значкам. По значкам у нас что с тобой? Ох ты, тут очень много всего интересного. Где у меня, вот он. Снять все, экипировать. Вот, усиление скорости. Я именно про это и говорил, чтобы он быстрее, ребята, стрелял. Скорость, видишь? Цена 250. Конечно, и цену бы ему снизить, но, как говорится, за неимением и это пойдет. Так, снять все, экипировать. Нифига, снайперу чисто на урон идет все. Урон почти 200. Офигеть, красава. Так, что у нас еще? Вот этому вот снять все, экипировать. Да, кто-то мне писал из подписчика: Фрей, делай вручную. Так будет более точная настройка. Но я, ребят, доверяю автонастройки, потому что он ставит все топчиком. Вот тут вот, что же нам сделать? Ну, адреналинчик, наверное, с тобой прокачаем. Да? Он неплохо мне помог. Я думаю, что он достоин того, чтобы быть прокачанным. Ну что, ребята, у нас стадия 28. Как ты понимаешь, там будет у нас с тобой босс.
И я надеюсь, мы сможем с ним справиться. Ох ты, смертонос, также известен как мрачный жнец зомби. Шанс мгновенно убить зомби. Шанс. Интересно, а чем он отличает... А, любого зомби, то есть бронированный, не бронированный. Слушай, да как же так он и дешево так стоит. Урон, конечно, у него такой себе, да? Ты... И вместо кого тебя поставить? Давай, наверное, вместо вот этого проверим, да, ребята? Давай-ка настроечку сделаем. Экипировать. Почему-то только цена понизилась и время. А какой шанс не написано, ребята, вообще? Ладно, протестим. Протестим, там будет видно. Сколько вот это? Вот надо было нам еще с тобой приобрести, да, вот эти вот гаджеты. Сколько он? 50 тысяч стоит. И вот этот гаджет или вот этот вот за 25 тысяч, чтобы полностью энергию восстановить. Ладно, ребята, об этом позже. Сейчас совсем другие дела у нас. У нас с тобой сейчас будет босс. Поехали. Оу, воу, 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 куда ты поехал-то? Жулик. Ну что, уничтожитель плоти? Ага. Так, мы с тобой будем ставить шипы. Где только можно. Так, секунду, секунду. А этот на лифте поехал, да? Этот поехал на лифте. Энергия долго копится. Использовать перчатку, что ли? Нет, не хочу я пока использовать перчатку. Блин. Давай наверх. Тыч в хлам. Наверное, вот сюда надо будет шипы поставить. Пока никак не могу понять. Ну, посмотрим. Да, друзья мои, есть шанс такой уничтожить. Нифига он там нахлобучивает. Слушай, прикинь. Ага, а этому пока, видимо, броню не снесет, да? Уничтожить не сможет. Твою ж налево, смотри, кто идет. Давай попробуем так. Бегун. Так, а если я вот так сделаю? Да, шанс, ребята, есть. Работает, но... Не так быстро, так скажем, да? Так, давай поможем. Да, вот тут вот как-то не особо классно. Смотри, 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 какое чудище тут ползет. Да. Что-то как-то немножко не зашло, ребята. И судя по всему, нам с тобой нужно будет переиграть этот уровень, да? Да елки-палки. Ай-яй-яй-яй-яй. Да. Могу я переиграть, ребята? Ну тут фейл, тут сразу фейл. Я... Немножко неправильно начал делать, неправильно начал играть. И за это, как говорится, поплатился. Хотя у нас есть с тобой еще сундучок. Мы можем тут восстановить все здоровье. Ладно, давай попробуем биться, как говорится, до последнего. Сейчас еще босяра придет. Сейчас еще придет скоро босс. По идее бы тут надо бы поставить... Вот, вот он. Где ты? Кто ты? Покажи. Оу. Так. Этот босс еще должен быть круче, да? Круче предыдущих. Как тебя величать-то там? Кошмар. Это, ребят, кошмар, оказывается. Угу. Перчатка. Вот псих-то, а? Кричит, орет, вызывает. Естественно, ребята, что им еще делать? Давай-ка вот так вот сделаем с тобой. Так, этих ребят, вот этих мы с тобой сюда переместим. Опять же, будем ставить с тобой агента. Ну, без агента просто нам никуда, ребята, не деваться.
Он нам сильно очень помогает. Так, этот бежит, бежит, хочет хильнуться. Но не тут-то было. Еще и вот эти вот крысы. Уже, грубо говоря, скелеты какие-то ходячие бегут. Слушай, что-то мы босса с тобой тут разбираем вообще очень-очень долго. Так, секунду. Очень долго. Блин, вот здесь бы, наверное, нам пригодился бы гаджет, который откидывает всех зомби назад. Но он у нас не прокачанный. Да. Слушай, вот здесь, наверное, с плотью нам и не нужен. Он не наносит урон, точно. Ребята, он не нужен нам здесь. Нам, скорее всего, здесь пригодится кто? Наверное, вот так вот. Больше дамага. Больше, ребята, дамага надо наносить. Да-да-да, только так. Я думаю, сейчас мы еще с тобой наших ребят подзатравим. И, наверное, будем делать... Ничего себе, он кричит и ускоряет их. И он их ускоряет. Сейчас мы с тобой под адреналинчиком будем вот этого вот колбасить. Поехали. Вот, совсем, ребят, другой результат идет, смотри. Отлично, отлично все получается. Естественно, он кастует. Оу! Тут-то как? Ой, тут-то как могли продинамить, господи, ну. Да чтоб тебя! Не углядел, да ну. Ладно, фиг с ним. Может быть, все-таки как-нибудь проживем. Пока ума не приложу, как. Ну, как-нибудь постараемся. Так, предположим. Блин, он еще идет в зону отхила. Ё-моё. Он идет в зону отхила. Он сейчас еще будет хиляться, что ли? Ты серьезно? Или не будет? Не могу пока понять, хиляется он там или нет. Мне даже некогда смотреть на это, ребят, если честно. Вот я тут немножко другими делами занят. А смотрю, как тут бегун этот бежит, нервирует меня. Не добежал парень, да? Окей. Тут жиробасы. Так, он не успевает, ребят, он не хиляется, босс этот. Ну это классно тогда. Это классно. Так. Давай сделаем вот таким вот образом. И еще раз адреналинчик влепим. А я потрачу пока сундучок. Чтобы у нас с тобой было все здоровье. Но-но-но-но, профессор от этого шваркнем сегодня или нет? Ребят, боссу сейчас кранты наступят. Давай, 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 боссера, погибай, есть контакт. Ну что ж, друзья мои, кошмар побежден. Полковник, я получил достижение. Какой полковник, если я генерал? Солидно. Так, ну что, друзья мои. Отель. В таких местах недостаточная защита, и туда легко могут прорваться зомби. Спасите гражданских. Ну, ясен перец. Так, во-первых, нам нужно с тобой забрать награды. Две медали и все, да? Только две медали. Что у нас по гаджетам? 40 штук. Я имею в виду денег. И прокачать мы можем с тобой шипы. Отлично. По ресурсам 5 значков. Ребят, я, наверное, буду прокачивать максимальную энергию. Начальную. 450, то есть получается это максимальное количество, да, 450 энергии. Потом надо будет прокачать производство, да, 18 за раз. Ну и, естественно, время перезарядки. Ну, как бы вот эта вот полоска повышает скорость. Окей. Ну что, двигаемся с вами. 29-я стадия. А что у нас тут в журнале? Ага. Так, ребята, ну что, как мы видим, еще должно быть 3 юнита. 3. А за зомби? Ой, а за зомби еще дофига. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В плане. Ого. Тут не только 8 за зомби. Тут еще вон будут.
То есть практически, да, дофига еще за этих будет. А у нас только лишь раз, два, три, четыре, только три бойца. Так, гаджеты у нас все открыты, как мы видим. Так, еще будут какие-то три странные вещи. Хе-хе, прикольно, такой зомбарь пошел. Смотри, там чувак намазывает дорожку, чтобы быстрее бегать. Ну, прикольно, прикольно, ребят. Так, ладно, поехали. Вперед, как говорится, из песней. А что вы мне показываете-то? Я оставляю эту команду, которая у меня есть. Единственное, что... Да пускай все так и будет. Три волны, да, всего лишь у нас? Окей. Так. Партия, бронированный. Они принимают только мозги в качестве чаевых. Да? А губешка-то у тебя не треснет? Чаевые он там принимает. Так, уничтожителя плоти, наверное, нам... Нет, лучше снайпера. Сейчас снайпер будет их тут чикать. Только Шор, ты помнишь, как нам прокачку сделали на снайпера? Чисто на дамаг, поэтому... Так, давай сюда вот. Да чтоб тебя, куда ты там побежал, бегун, а? На-ка. Выкосил свое. Пес, пес паршивый бежит, не один. Так. Он еще и в броне, да? Блин, не успел, зря мин только потратил. Ускорение. А что так быстро-то они прут? В чем проблема-то опять, а? Что не так? Два бегуна тут бегут. Ладно, с бегунами, я думаю, мы справимся. Да? Справимся ведь? Да должны. У этого, конечно, шанс какой-то вот маленький, чтобы уничтожить сразу же противника. Был бы он чуть-чуть повыше, было бы великолепно. И это только первый уровень. Уже такое вот трешовенькое, ребята, начало. Так, наверху. Нам нужно с тобой уже третий этаж как-то делать. Ну, чтобы у нас было все под контролем. Так, давай сюда переместим. Чтобы я уже не бегал, тут не суетился. Последняя волна. Ну и кто же там у нас на последней волне? Конечно же, профессор кислых щей. А что он делает здесь? Больница уже все давно пройдена. Ну нет, он все равно тут как тут. Ходит, мешается нам. Давай сделаем вот так вот. Так, этот бегун еще бесявый здесь наяривает. Давай вот так вот, под ускорением. Блин, он один, наверное, не справится. Или справится? Наверное, не знаю, ребят. Вот так нам, скорее всего, придется сделать. Окей. Все отлично. Пока все, ребят, под контролем. С этими зомби справляемся. И, в принципе, уровень этот будет пройден. Ну, снайперша мне нравится, ребята. Пробивает весь ряд, но ты сам видел, какой она наносит урон. Правда, вот именно по плоти. Есть контакт. Победушка. Так, быстрая рука 2. Три медальки, все дела. Окей, спасибо. Погнали. Погнали дальше. Так, тут еще мы с тобой что-то. Еще 10 тысяч накроман заработали. Гаджеты 40 тысяч. 40 тысяч у нас с тобой есть. Давай перчатку прокачаем, наверное, да? По ресурсам у нас 3. Я могу? Нет, сюда надо 4. А здесь? Ну, вот здесь можно повысить, ребята, усиление, да? 16%. К атаке. И я думаю, можем дальше смело стартовать. Вперед. Оставляем все как есть, да? Окей. Два лифта, две комнаты и куча никчемных зомби. Давай, снайпер. Естественно, сразу же еще агента сюда надо ставить. Агент на каждом этаже должен быть. Я уже в этом убедился.
Че, ты не добил, что ли, того ханорика? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Так, секунду, что-то не то. Так, что ли, сделать? Так, оу-оу. Так, ладно, предположим, мы этого с тобой разберем. Здесь тоже, в принципе, все неплохо. Агента. Блин, эти этажи приходится покупать, ребята. Тратим на них деньги, которые мне очень сильно нужны. Хочется, чтобы энергия еще быстрее у нас с тобой копилась. Окей, так, 115 энергии. Так, с этим разберем. Да, в принципе, должны разобраться здесь. Уже, видишь, уже третий этаж потихоньку начинает, ребята, заполоняться зомбарями, поэтому давай быстренько с тобой. Так, вот сюда бы уничтожителя плоти. Но, как ты понимаешь, его пока нет у меня. Я могу вот это вот себе позволить. Вот так, и сделаем еще вот таким вот образом. Вообще будет идеально. Да, все, с этими разобрались, с гавриками. Сюда ставим агента. Блин, нижний этаж. А если так? Отлично. Блин, так тут еще опять амбал появляется. Ладно, с амбалом что будем делать, а? Во-первых, надо купить этаж. Не стал на лифте. Ага, все, я понял. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, меняемся. Блин, не туда поставил, ладно. Надеюсь, это особо сильно тут не повлияет. Так, здесь с этим разберемся. Может быть, вот так нам еще поставить, а? Ну, как бы для гарантии, не знаю, может быть, сразу. Есть шанс уничтожить зомби. Шанс, я так понимаю, не очень большой, но он есть. Окей. Еще один этаж остается у нас с тобой, да? Неприкрытый. Последняя волна. Ну, я жду. Я, ребятушки, жду. Ага, они все пошли. Угу, на этот этаж, где у меня никого нету, да? Твою ж налево, смотри, что происходит. Там бегут, здесь бегут. Эй-эй-эй-эй. Так, шеф, бомби их. Бомби, не жалей живота, как говорится. Давай так поставим с тобой. Не знаю, поможет ли он мне здесь вообще. Агентушка-то, в принципе, должен помочь. Блин, крадутся. Так, давай вот так поменяем. Есть шанс, ребята, видите, он нахлобучивает там, все-таки уничтожает. И это круто. Хотелось бы, конечно, шанс побольше, чтобы срабатывал. Но тут, понимаешь, тут не написано процентовка срабатывания. То есть рандомно. Может убить, может не убить. Видишь, сейчас у амбала уничтожил, например. Да и вообще мы с тобой этот уровень прошли. Я бы не сказал, что очень сложно. Ну и не совсем уж прям легко. Каратель, перфекционист, медалист. Ага, три медали. Конгломерат. Оу, седьмого уровня, ничего себе. Так, миссии, сколько мы еще с тобой? Еще три медали получаем. Опа. А это еще кто такой? Погибель брони. Высококлассный железный костюм с особой функцией. Мгновенно уничтожает броню зомби. Да ладно. Слушай, уничтожает мгновенно броню зомби. Это вообще имба. Так. Что нам тут? Повышает скорость. Повышает. Подожди. Я даже не знаю. И то хочется. Давай, наверное, вот это вот сделаем. Так, ресурс. Подожди, ресурс. Гаджеты.
Гаджеты, гаджеты, гаджеты. Так, адреналинчиков качаем себе. И где же ты наш? Вот он, ребята. 250, экипировать. Угу. Цена 217. Подожди, а мы можем же, наверное, с тобой... Денег не хватит. Денег не хватит. Так, еще два бойца у нас с тобой появится. Слушай, ну, уничтожитель брони, я считаю, что он в нашем отряде, ну, просто обязан присутствовать. Понимаешь, обязан. Вперед, только вот вместо кого ставить его? Вместо... Ёлки-палки, еще и космодесант. Используйте космические технологии для борьбы с зомби. Стреляет по всем зомби на одном этаже. Стреляет по всем зомби на одном этаже. Твою ж дивизию. Ну и как мне быть? Сколько, блин, соблазна. Ай, космодесант. Настроить. Давай мы его, наверное, настроим с тобой. Экипировать. И вот это. А, этот уже у нас одет. Вместо кого проверить-то, ё-моё? Вместо вот этого шефа возьмем, да? И... Уничтожитель плоти. Просто хочется, ребят, посмотреть, что это за бойцы. Ну что, поехали. Еще одного бойца нам осталось с тобой получить. Вот и все. Так, уничтожитель брони, значит, да, у нас есть. Давай-ка глянем, что вот это за парень. Да. Не очень, если честно. Не, ну как, медленно очень. Ребят, очень медленно. Так, секунду, секунду. Что-то я тут запаниковал. Да ну, этот космодесант какой-то. Я не знаю, снайперша, по-моему, в разы лучше, да? Ну куда ты там полетел? А куда этот? А, вот он появился здесь. Даже не знаю, ребят, что и сказать. Нет слов. Я, честно говоря, ожидал от него, ну как-то, я не знаю. У меня снайперша даже лучше. Извини, меня бомбит, если брать в таком ключе. Ну согласись. Очень долго уничтожает. Так, что у нас тут? Да что-то как-то не особо тут у нас все хорошо. Нам бы с тобой вот этого, наверное. Вот так вот сделать, да? Как варик. Чё ты не стреляешь-то? Нет, нет, ребят. Мне не нравится. Ну ты посмотри, как снайперша бомбит. Вот это бомбит. А этот какой-то, я не знаю, пулякал какая-то недоделанная. В общем, не очень я доволен. Я не очень доволен. Так, а что вы стоите-то? Давайте. Бомбите. Тут враг, как говорится, на подходе. Чё-то как-то вообще не айс. Там еще наверху у нас с тобой, блин, ползут крокозябры. Что-то набрал слишком дорогих бойцов к себе, я смотрю, в отряд. И думаю, что очень-очень зря. Так, тут у нас нет брони. Перчатку танца использовать только. Окей. Последняя волна. Просто хочу посмотреть, ребят, как он работает. Он чисто броню снимает, да? Плоть не трогает? Плоть, по ходу дела, он не трогает.
Так, ладно, смотрим, что тут получится. Ё-моё. Чё-то какая-то заваруха тут у нас идет, ребятули. Причем не кислая. Так вот можешь поменять. Что происходит, а? Блин, набрал каких-то, блин. Не знаю, как даже назвать-то. Ненужных бойцов, короче, набрал себе. Совсем не то. И вот сейчас из-за этого мы с тобой можем сфейлиться. Вот так вот. Что я тебе могу по этому поводу еще сказать? Пройдет, да? Ну, этот, может быть, не пройдет, но... Пройдет следующий, так скажем. Давай так вот поменяем. Что нам это даст? Да ничего нам это не даст. Усиливает, блин. Здесь кто-нибудь да пройдет. Какой-нибудь шитик, нет? Если он не пройдет, это будет чудо. А он не пройдет, тут мина. Короче, ребята, мой вердикт. Космодесант этот какой-то... Я не знаю, мне он не понравился. Вообще, нисколечко мне не понравился. И броневик вот этот, который снимает броню. Ну, должен якобы снимать броню. Чё-то как-то тоже мне не зашел. Ну, будем честны, ребят. Ну, не зашло так не зашло, да? Будем с тобой играть, наверное, уничтожителем плоти. Да и мне кажется, что шеф как-то будет поэффективнее. Ну что, у нас с тобой следующая стадия, поехали. Уберем вот этого вот гаврика. Блин, а он стоит дешево. Так вот, наверное, сделай, да, лучше. Все, поехали, ребят, стартуем. Сразу три этажа открою и смотрим. Так. Пёся, зомби, все дела. Давай, родной. Наяривай. Естественно, тут под агента нужно выставлять. Бумс, в хлам, отлично. Опа, а это еще что за красавчик? Рейдер. Не совсем зомби, просто человек, который не может взять мотоцикл с собой. Что за приколы-то? Что, я спрашиваю, это за приколы еще такие? Ну что стоим-то, прохлаждаемся. Тут бомбить надо, он стоит там, лыбится. Давай так вот сделаем. Так, секунду. Блин, не успеем, наверное, да? Или успеем? Успел. Не хватает катастрофической энергии. Просто не хватает. Я вот смотрю за этим всем делом. И волосы дыбом встают. Вроде юниты не такие уж слишком дорогие. А почему-то я не могу вот раскомплектовать их по этажам. Первая волна закончилась. Окей. Так, что у нас здесь? Ну, снайпершу хотелось бы, наверное, купить. Поставить ее вот сюда. А, это чудик с броней. Твою же налево, блин. Это чудик с броней, поэтому нам придется опять брать агента. Ох, я, кажется, понял, зачем нам дали того чувака, который мгновенно снимает броню. Ты посмотри, как мы его тут колупаем. Мы его тут колупаем до посинения. Да что, ты специально, что ли, так бегаешь туда-сюда? Любитель походить, покататься. А что это с ним? А что это он? Что-то он, ты видел, загорел? Это отсылка на этого, по-моему, ребят. Фильм-то не помнишь, как называется-то? Где этот? Череп-то. Как этот? Рейдер? Уже не помню, как фильм-то назывался. Мне кажется, это отсылочка какая-то была сейчас только что. Так, ладно, ставим сюда.
поставим вот так. Опа, 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 опачки. Давай, 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 расколбас полнейший. У нас с тобой должен быть стопы. А ну-ка наверх. Что-то как-то люто пошло все, да? Что нам с тобой сделать? Давай перчаточку, которой толку ноль. Вот этих добей, пожалуйста. Отлично. Что-то как-то вот тут вот очень медленно происходят дела у нас. Уничтожитель плоти. Может быть, вот этого взять, а? Поставить. Не? Не хочешь? Снайпер? Думаешь, лучше будет снайпер здесь? Я не знаю даже, кто тут будет лучше и где. Ладно, еще одну волну нам с тобой пережить как-нибудь с горем пополам. И все будет хорошо. Ну вот, я считаю, что, наверное, снайпер должен быть на каждом этаже. Так, смотри, смотри, псина бежит, а? Бронявая, ё-моё. Упс. Вот тут дела похуже у нас с тобой. Давай вот так вот сделаем. И усилим, усилим нашу команду здесь. Вот это тут непонятно, что он делает. Ребят, видите, у него... Он загорается еще. Что это означает, ума не приложу. Как будто как в ярость, что ли, впадает. Или что. Причем, когда именно здоровья у него мало остается. Не знаю, что это может означать. Но явно ничего хорошего. Сейчас все взорвутся здесь, да? Но главное, что никто не пройдет. Блин, мгновенно снимает броню. Надо брать этого броневика-то, получается, тогда. Потому что мы колупаем этого райдера, извини меня, до посинения. Ему пофиг. Плюс он потом еще и активируется. Так что... Никуда, как говорится, не денешься. Так, что у нас там по гаджетам? Ага, 42 тысячи. Перчаточку Таноса улучшим. Так. А, производство энергии. Давай. Снижает время, да, это фигня. Так. Количество очков здоровья, это тоже нам. Перезарядку гаджетов. А, ну да, они будут быстрее, ребята. Так, ну что, у нас с тобой 33-я стадия. Поехали. Так, ну что, придется брать. Вот сюда я, наверное, сделаю его. Вот так вот. Уничтожитель плоти, брони. Снайпер, все как полагается, да? Ну что, ребят, стартуем. Блин, что, целая куча этажей здесь. Кто там зарычал? Так, ну, с этим мы, наверное, вот так вот будем. Есть шанс его, как говорится... А, можно вот так вот даже сделать. Сразу его нахлобучить. Пумс. Вот таким вот макаром. Эй, зря тогда я, наверное, сделал. Ой, зря на один этаж всех влепил и сижу довольный. Ага. А сейчас меня тут в раскромсулю запустят, вот и все. Так, давай быстренько сюда. Так, с этим-то как быть? 250 уничтожить пл... Ой, это еще кто такая? Черлидер, радостный зомби, подбадривающий других зомби. Ускоряет зомби поблизости. Ну, блин, ну этого только вот, блин, не хватало мне. Подбадривает она, видите ли, зомби поблизости. Ого. Так, давай так сделаем. Уничтожитель плоти, бомби. Отлично. Фух. С первой волной справились. Скажем так. Но это далеко не конец, только начало.
Вот надо уничтожителем плоти уничтожать именно вот этих, чтобы он не успевал тут никого призвать к себе на помощь. Оп, и все. Вот так это и должно у нас работать, в принципе. Так, наверху кто? Бронявые зомби идут. Опять черлидер этот. Блин, где-то снайпер должен быть. Где-то должен быть снайпер. Так, подожди секунду. Так, тут все окей. Да-да-да, она и сама себя ускоряет, по ходу дела, да? Блин, да что же делать? Давай так, наверное, тогда. Слушай, она еще такая живучая, ты посмотри на нее. Так, снайпер. Ну, во-первых, надо этажи открыть. Потом ставить снайпера. Иди-ка сюда пока, постреляй здесь. Все равно ничем не занят. А, все, все, я понял. Я думаю, что такое-то, они в броне идут. Сейчас, сейчас, сейчас накажем. Дальше что нам сделать с тобой нужно? Блин, даже этот этаж не могу открыть, потому что не хватает просто финансов элементарно. Так, следующая волна идет. Перемещаемся. Приобретаем этот этаж последний, и все, ребята. Этот амбал нам не страшен. Уничтожитель плоти его порвет. Только зачем я вот этого поставил сюда, тогда я не понимаю. Давай-ка вот сюда переместимся. И сделаем с тобой вот так вот. Потому что нафиг нам не нужна эта бегунья. Долго-долго что-то вы с ней тут разбираетесь, с этой бегуньей. Ну-ка. Слушай, ну неплохо. Шанс срабатывания уничтожения уже стал намного больше забирать зомби. Слушай, зачем мне? Вот от этих уже нету толку, ребята. Если мы можем вот так вот просто уничтожать с одного выстрела, да? Зачем тогда вот от этих вот? Хотя этот станет противников. А тут вот, например, разочек бумс, и все, и она готова. Так, вверху броня выйдет, да? Поэтому вот так вот через агента его пустим. Но к агенту, опять же, нужен какой-то уничтожитель плоти или вот этот вот жнец. Нет, лучше уничтожителя плоти, мне кажется, ставить. Так, секунду, давай, наверное, вот так вот сделаем. Уничтожитель плоти. Блин, долго-долго он откатывается. Так, стопы. Давай-ка вот так вот поменяем. А то там уже не дело какое-то у нас получается. Так, сюда сделаем вот таким вот образом. И вот так. Чтобы сразу и снимать и броню, и сразу можно было уничтожать его, да? И... Ой! Господи, тут-то как я сейчас бы продинамил, ребята, вспышечку бы. Давай срочно на ускоряшке. Валим. Так, сюда переместитесь, пожалуйста. Жнец, иди сюда. Окей, блин. Ладно. Хотел уже, ребят, там свистнуть. Он не успеет. Уничтожитель плоти, давай. Стреляй, вот так вот. Так, шипы. Куда шипы-то? Фиг знает, куда шипы здесь. Куда ни ставь, в принципе, все везде хорошо. Вот здесь мне не нравится. Здесь надо кого-то только пожирнее поставить. Она же без брони идет, да? Поэтому уничтожитель плоти будет самое то. Но единственное, что она ускоряет команду. И это плохо. Ну-ка. Опа. А наверху тоже дела не совсем хорошо идут. Почему? Потому что... Ой, не так сделал. Ну, давай хотя бы вот так вот в помощь, что ли, тебе поставим. Так, 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 так. Ой, а тут-то что? А что так вас много-то? Блин, мне бы адреналин бы сюда воткнуть. Сейчас она ускорит команду эту и будет фигово. Врубаем. Давай, 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 давай.
пробиваем, говорю, пробиваем, пробиваем этих голодранцев. Блин. И здесь фигово, да, все идет? А как так получилось-то? О, я могу тебе сказать одно, только, ребят, надо переигрывать этот уровень. Это фигня получается какая-то. Я не понимаю, что же, как? Это вот все из этих бегуней, которые эти, черлидеры. Они ускоряют команду. Твою же налево, а. Нет, я на такой не подписывался, ребят. Я на такой не подписывался. Надо переигрывать. Нафиг мне этот ваш лейтенант или кто там? Не нужно мне. Окей. Капитан. Нет, я не хочу капитаном. Я должен быть не меньше генерала. Так, получаем с тобой финансы. Окей, так, ресурсы. 7 у нас с тобой значков. Ну что, прокачиваем полностью с тобой тогда квантовый реактор. И остается у нас ускорение. Добить. Это все, что касается у нас по энергии. Это основа основ. Так, теперь давай посмотрим, что у нас по значкам. Значки, значки, значки. Давай сделаем так, так и так. 9000 ники. Нехилый ценничек, конечно. 7 уровня, да, у нас тут есть. Раз, два. А, нет, у 7 уровня. Понял, маловато. Маловато. Давай так, объединим. Вот теперь хватает. 8 уровня, офигеть. Так, это у нас. Это у нас по энергии, по затрате, да? По энергии, по затрате. Объединяем. Да, финансы улетают только шорох, я тебе скажу. Только шорох. Так, отряд. Значит, что? Снимаем. Экипируем. Снимаем. Экипируем. Урон 10. Ладно, фиг с ним. Жнецу снимаем. Экипируем. Так, 32 урона, да? Уничтожитель в плоти. Ну, погибель в плоти. Так, экипируем. Бронявый. Снять, экипировать. И командос. Снять, экипировать. Ну что, ребят, как-то вот так вот. Или вот этого все-таки оставить нам. 82 урона. 82 урона. Вот его 154. Вышибало, конечно, крут. Командос мой. Так, ладно, погнали. Я перепройду, с вашего позволения, ребята, 33-ю стадию. Что-то мне не нравится, как мы тут с тобой выкрутились как-то вообще паршивенько. Я не знаю, может быть, мне все-таки заменить броневика на вот этого. Тут эти скоростные бабы бегут. Вот они раздражают. Черлидеры эти. Этот неплохо пробивает весь ряд. Давай, наверное. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Надеюсь, не зря. Надеюсь, не зря. И... А сам почему-то сомневаюсь. Ладно, давай смотреть. Так, сюда, естественно, сразу уничтожителя плоти, потому что сейчас начнет тут зазывать своих охламонов. Он очень долго перезаряжается. Вот это раздражает, серьезно тебе говорю. Вот к нему бы снайпер что ставить, вот это было бы, да, идеально. Видишь, как она бомбит. Так. Переключаемся. И бомбим здесь. Так, ну естественно, тут теперь понадобится нам агент с тобой. Блин. Теперь что, разорваться что ли мне?
Да ну, хорош, вы что, серьезно что ли? Начинаете мне тут в разносолочку их бомбить, выпускать. Как ты долго в откат идешь, ну как ты долго. Так, ладно, ребят, активируем. Этот вообще ничего не может сделать. Против бронявых он ничего вообще не может сделать. Так, секунду, давай вот так, наверное, с собой сделаем, чтобы этого ханорика сразу уничтожить. Вот таким вот образом. Уничтожитель плоти пускай стоит здесь. Ты дичь. Так, секунду. Ну, энергия уже, смотри-ка, уже быстренько растет, я смотрю. Так, вон он, этот черлидер. Блин, вот ее надо быстро тут убирать. Ну, нафига, вот она со своими танцульками этим вот начинает. Так, здесь уберем, этого сейчас снесем. Вот сюда бы... Давай так сделаем. Так, а этого-то сможем разобрать или нет? Он без брони, да? Блин, горелый, так придется сделать. Снайперша. Сюда ее поставим. Так, шипы, на всякий случай. Так, еще два этажа нам нужно с тобой. Вот сюда нам обязательно нужен агент. Вот в этот отряд. Поэтому выставляем агента. Так, тихо. Так, здесь нам нужен уничтожитель плоти, потому что здесь черлидер. Сразу ее нахлобучиваем. Сюда, наверное, перемещаемся, да? Погоди. Погоди, погоди. Вот так вот сделаем. Под ускорением будем их бомбить. А здесь что? Здесь у нас, в принципе, все неплохо идет. Снайпершу еще, наверное, мы поставим с тобой здесь. И будет вообще имба. Вот так вот. Давай, ребята, наверх. Вот она ускоряет, а? А прикинь, когда побегут собаки, она еще и собак будет ускорять. То есть имба получается. Так, здесь снайпер. Здесь у нас уничтожитель брони. Может быть, этого влепить? На худой, как говорится, конец. Пускай стоит себе да пулякает. Или не будем? Вот так вот лучше мы сделаем с тобой. Давай. Есть, yes, сэр. Вот тебе есть, yes, сэр. Оу, 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 подожди, 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 подожди. У нас же внизу, внизу проблемы. Давай, команда сквад, бомби. Бомби, бомби, бомбическая сила. Так, наверху агента влепить надо. Хотя бы снять броню, чтобы потом можно было... Воу, 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 видишь, они ускоряются. Так, если я сделаю вот таким вот образом, сможем быстренько с ними разобраться? Ну, в принципе, ребят, вот сейчас неплохо у нас все получается. Идем ровненько. Все отлично. Здесь вот этот этаж у меня пустой, последняя волна. И вот этот, кстати, здесь один всего лишь агент. Не делает уже. Что мы можем с тобой замутить? Ну, например, сюда можно поставить вот этого, да? С офигенным, так сказать, дамагом. Один этаж пустует. Ё-моё. Пора, наверное, нам вот так с тобой сделать. Так, смотрим. Тут все в броне идут. Так, ладно, этих уничтожаем. Здесь черлидер, да, там ускоряет. Да, это именно она. Творит там ненужные всякие штуки. Сейчас перчатку, наверное, с собой используем.
Да неужели, блин, опять вот тут пройдут? Блин, горелый какой-то. Ай, здесь-то, конечно же, сами виноваты, ребят. Или пройдем все-таки? Если пройдем, это будет чудо какое-то. Да, ребята, чудеса случаются. Мы прошли с вами на генерала. Фух. Оно того стоило. Перепройти этот уровень. Все прекрасно, как никогда. Ну что же, у нас остается с тобой два уровня. Поехали. Так, подожди. Гаджеты, гаджеты. Да не будем, наверное, пока ничего делать. А с отрядом, по-моему, тоже все у нас хорошо, да? Поехали. Вперед и с песней. Все оставляй как есть. Многовато этажей, если честно, многовато. Так, это у нас плоть. Это у нас плоть, поэтому сразу уничтожаем ее. А эти куда-то халабуды собрались. Куда они там всей толпой бегут? На этот? А, на этот этаж. Ну что, я могу позволить себе только чего? Поставить жнеца, пускай он их расстреливает. С уроном... Да куда ж ты? С уроном, конечно, беда. Жнеца. О, чарлидер. Ну-ка, быстро ее нахлобучь. Типа нахлобучил, да? Блин, там броня выйдут наверху. Что-то как-то вы резко тут начали, эй, вам не кажется? Так, остается у нас профессор кислых щей. Ну, с ним-то мы разберемся, понятное дело. С этим разберемся. Жнец. Нет, не буду я жнеца брать, я, наверное, сейчас возьму... Либо снайпер, что нам ставить? Сейчас посмотрю, кто здесь пойдет у нас в следующей волне. Так, это обычные. Так, оу, 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 оу. Блин. Потратил только мину. За просто так, а. Так вот бывает, блин. Не досмотрел, не доглядел, так скажем, да? Вот сюда вот сделай. Так, а внизу-то, внизу-то. Внизу не легче идут партизаны. Там с броней. Черлидер этот. Блин, они бегают по всем этажам. Аж бесит, если честно. Так, давай, 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 вниз. Вот сюда, вниз. Нам надо уничтожать эту танцульку. Ускоряется, да, потихоньку. Так, ну что, сюда мы ставим с тобой агента. Ну, в принципе, можем жнеца влепить. Нет, нам нужно что-то потяжелее. Типа вот этого вот. Да, нашего командоса. Я его поставлю сюда. Естественно, все это должно быть у нас защищено агентами. И по возможности уничтожителями плоти. Вот как вот здесь, вот в этом отряде. Ну тут вот я бы вот так, наверное, поменял бы все-таки. Так, наверху халабуда. Он типа думает, я его не вижу, да? Или на что он там рассчитывает, я не могу понять. На дурачка, что ли, там прикидывается? Не пойму. Упс. Повезло. Что этих уничтожили? Да будешь ты бомбить-то, вот. Ну, знаешь, такое впечатление, что нужно выставлять такие отряды. Как бы тебе объяснить-то? Например, один отряд снайперов, один отряд уничтожителей. И просто их подгонять под ситуацию. То есть ты видишь, что бегут там, да, например, в зомби с броней. Хоп, этот отряд поставил. Ну, вот таким вот макаром. Да, было бы прикольно.
Нет, 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 нет. Тут нужен уничтожитель плоти. Вот здесь бы снайпер очень классно бы зашел бы. Поэтому меняем. Так, секунду. Уничтожитель плоти, давай, давай, давай. Ты же видишь, черлидер тут бежит. Сейчас будет ускорять. Вот, видишь, как все прекрасно получается. Здесь нужно ставить агента, чтобы снимать броню. А этот бедный не справляется. А если ускорим мы его? Ну, под ускорением-то он, конечно, тут будь здоров. Кромсает вражин просто. Пофиг там, броня, не броня, ему по барабану абсолютно. Так, еще одна волна будет у нас впереди. Так что не расслабляемся. А потом еще будет последняя миссия с боссом. Мне кажется, какого же нам в конце дадут юнита, а? Вот мне интересно знать. Что же это будет за юнит-то такой? Если уже изменение космодесанта тут дали. Так, уничтожителя плоти вот сюда не хватает, в этот, ребята, отряд. Потому что, видишь, что там идет? Слушай, они так активировались у меня, что-то бура. Смотри, прям бомбят, радостные, довольные. Уничтожитель плоти, да? Тут есть. Что-то сюда не хватает, все, я понял. Вот чего нам не хватает здесь. Дамага. Нам не хватало тут дамага. Перчатка. Активируем, активируем. Классно срабатывает. Вообще, ребят, прокачивать перчатку — это лучше, чем прокачивать этого дрона вшивого, который бомбит непонятно как и куда. Вот здесь, конечно, мне не нравится. Тут какое-то скопление у нас с тобой происходит нездоровое. Давай, наверное, усилим команду нашу. Вот и все, и в принципе расколбас пошел. Они никуда здесь уже не пройдут. Да, им тут крышка, всем абсолютно, ребят. Ну. Ну что, генерал, как минимум, мы с тобой получаем выстрел в голову. Отлично. Три медальки, все как полагается. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше на последний эпизод. Я так понимаю, что это последний эпизод вообще игры. Но вот интересно, мы с тобой 40 всего лишь достижений, 40 звездочек получили. Хотя я все прохожу на 3 звезды практически, ребят. Ничего не пропускаю. А еще только 41. Это ровно, ну не ровно, а почти половина того, что мы заработали здесь. Может быть, еще что-то будет? Может быть, в дальнейшем что-то будет? Или как? Я не знаю, ребят. Слушай, а у нас приток адреналина, оказывается, по максималке прокачан. Также я... Вот, видишь, все-таки есть предел прокачки, друзья мои. Есть предел прокачки. Так, ресурсы 6, окей. Прокачиваем. Отлично. Ну что, рвем когти. Ребята, рвем с вами когти. Вот не знаю, что нам вот это вот брать с собой или нет. Он же уничтожает броню. Я, правда, не знаю, на боссах это срабатывает. Потому что босс кастует постоянно броню. Фиг его знает. Ладно, давай попробуем вначале так сыграть. Потом, если что, поменяем. Так, вверху халабуда бежит. Куда он там? Ага. Блин. Так, уничтожителя плоти. Сюда агента. Началось, да? Понеслась, как говорится, роднулька. Босс постоянно находится вот на этом среднем этаже. Вот я уже заметил это просто-напросто. Давай вот так вот сейчас там бой-жнеца поставим сюда. Ну, как ты понимаешь, нам нужен мощный вот этот вот чувак здесь, на этом этаже, чтобы как можно наносить больше дамага. Давай-ка мы с тобой вот так переместимся. Твою ж налево, ну. Как же так-то? Убежал он, а, от меня, ты посмотри. Давай, перемещайся сюда, что ты стоишь-то. Уничтожай этого халабуду ходячего. Так, у этого броня исчезла, сейчас тоже его уничтожим.
И плюс ко всему снайп. Вот. Вот так вот выстрелим сначала. Так, давай вниз. Прикрой, пожалуйста, тылы. Подожди. Что-то мне не нравится. Вот так надо менять тогда получается. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Успеем. Какой-то разносол идет, если честно. Сейчас еще и босяра пойдет. Ох ты, здоровяк этот. Опа, а это еще кто, ребят, такой? Громила, крепкий зомби, которому почти ничего не вредит. Иммунитет к эффектам пуль? Ты сейчас серьезно вот это вот заявляешь? Вы что, ребят, совсем что ли припухли? Какой иммунитет к пулям? Как ты прикажешь его бомбить тогда? Чё-то я не пойму. Ну, да что ж ты делаешь, не то сделал. Да нет, он получает урон, ребят, что они меня пугают? Все он там получает, все как полагается. Да, единственное, что черлидер этот. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Блин, а тут еще и этот голодранец. Ё-моё, друзья мои, ты посмотри. Дела-то вообще плохи. Тут надо было уничтожителя брони брать. Да. Фигня получилась у нас с вами. Он сейчас еще активируется в зеленку эту. Нет, он уже пройдет. Трындец. Просто трындец. Да спасибо, я уже понял, что сейчас босс пойдет. Обалдеть, вообще там такой весь в волдырях, мозги наружу, все дела. Под него вот этот отряд как раз будет самый топчик. Антигерой. Антигерой, подожди-ка. Он броню, если будет кастовать, у меня нету. Угу. А, ну мы можем его, в принципе, и так броню сносить, да? Окей. Так, что у нас тут? Да у нас тут фигово все, ребят. Окей, предположим. Давай вот так вот сделаем с тобой. Я же говорил, что-то изначально, ребят, не так пошло. И вот тебе результат. Вот тебе результат. Вот здесь вот тоже фигово, блин. Надо броню сносить ему. А мы еле-еле там колупаем. Ой. Тут еще... А что они такие какие-то невидимые? А что они невидимые-то становятся? Неужели этот шитик... Так, антигерой, разведка говорит, что этот зомби раньше нападал на Академию Супергероев. И чё? И теперь ему все можно, что ли? Так, ладушки. Давай что-нибудь подумаем. Опять этот хлобутан наверху. Не, ребят, ничего мне тут не получилось. Моя задумка... Здесь без уничтожителя брони, но практически делать нечего. Вот что я тебе могу сказать. Уничтожитель брони, уничтожитель плоти здесь нужен. Ты сам видишь прекрасно, что делает вот эта вот халабуда. Трындец. Все неправильно тут у нас с тобой стоит. Неправильно расставлены приоритеты у меня. И за это поплатимся сполна. Ай, да. Очень печально и грустно это осознавать. Вот как вот быть с этим, а, халабудой?
Опять стал невидимым. Видишь, в невидимку их превращает. Не было, блин, печали, а. Он уже полпути прошел, а мы его даже не особо тут и покромсали, если честно. Ну-ка, давай вот так вот сделаем. Какой-то бред. Вот как вот тут колбасить? Практически урона не получает. Жестко, жестко, если честно. Но я в любом случае этот уровень буду переигрывать. Во-первых, меня не устраивает то, что мы с вами уже почти потеряли 4 единицы здоровья на нашей базе. Это во-первых. Во-вторых, я даже сомневаюсь, что мы здесь с тобой сможем что-то сделать. Он все равно пройдет. Здесь нужно ставить, короче, уничтожителя брони на босса и кого-то скорострельного. Блин. Кого-то скорострельного и с офигенным дамагом. Видишь, что он делает? В невидимости спокойненько проходит. Он сейчас зайдет. Да, трындец. Почему уничтожитель вот этот не смог его убить, я не понимаю. А, так ему вообще по барабану на все. Ты серьезно? Так мы, ребят, вообще не пройдем с вами тогда. Ты понял, этому чудику, вот этому вот, который был у нас, да? Короче, американский футболист. Ему было чихать. Ему было чихать на наши патроны. Вот что я тебе скажу. Ну-ка, давай проверим, как снайпера бомбят. Просто хочется глянуть. Ты посмотри, как снайперы в три смычка бомбят. По-моему, от них больше будет толку. Два снайпера, например, да, и уничтожителя брони ставишь, и все. Идеальная комбинация по уничтожению именно босса. Потому что пули пролетают сквозь всех, да? Соответственно, урон получают все. Ну, вот этот, конечно, чудик меня удивил. Вообще удивил. Вот этот вот. Его не берут пули. То есть его может пробивать только хорошо снайперша. А босс-то все подходит, подходит. И вот эти вот рейдеры бесявые. Тут тоже нужен уничтожитель брони. Смотри, что делать, а. Ну, уже, ребят, практически дошел вплотную. Не получится, да, у нас подбить его? Не получится, по ходу дела. Все равно он успеет зайти. Хотя тут еще мина, я не знаю, уничтожает ли она. И, кстати, жнец тут, ребят, ну не особо хорошо себя проявляет. Может быть, нам придется от жнеца избавиться. Подожди, а почему патроны не пролетают сквозь босса? Ты заметил? Они просто в босса бомбят и все. А должны пролетать насквозь, насколько я помню. Но этого не происходит. Да я даже не знаю. Но босса мы забомбим сейчас. Босс сейчас отдуплится, ребята. Я не знаю, там на шипах, на взрывчатке на этой подорвется. Он уничтожится. Все. Ну мне-то от этого ни холодно, ни жарко. У меня всего 4 хп здоровья. Так, металлический бастер, бригадир. Ну и что? Окей, спасибочки. Новичок, не хочу я быть новичком. Серьезно, я говорю, не хочу быть новичком. Ребята, у нас лаборатория, оказывается, еще тут есть. Я же говорю, что это еще не конец. Так, прокачка, прокачка, прокачка. Окей. А здесь вот так. Так, ребят, надо перепройти этот уровень, с вашего позволения. Так, что нам докачать-то надо, я уже забыл. Шипы. Все. Перчатка, адреналин, шипы и отряд.
Снайперша, давай снимем все и экипируем. Окей. Тоже сделаем здесь. Здесь и на агенте. У него чисто на урон все почему-то повесили. Так, этот отбрасывает, отбрасывает. Так. На урон. Снять, экипировать. Ну, я не знаю, может быть, вот так вот попробовать, ребят. Жнеца мы, наверное, с собой не будем брать, да, смертоноса? Или будем? Нет, не будем, наверное. Фиг знает. Так, верните мне, пожалуйста, обратно в отель. Я должен перепройти этот уровень на генерала. Уберу жнеца, поставлю вот этого вот. Будем потихонечку приступать. Get ready. На всякий случай. Так, этот чудик у нас будет с тобой по снятию брони, да? А дальше, конечно, бы хотелось бы поставить уничтожителя плоти. Нифига он там стреляет. Или снайпер. Кстати, снайпер тоже будет неплохо. Ну-ка. Вот так вот. Чтобы просто нам не мешали на данный момент. Так, шипы. Твою ж налево, что-то тут не очень хорошо получается. Так, давай сюда вниз, наверное, спустимся. Так, агент навряд ли там один справится, конечно. Ну-ка. Надо ему помогать. Помогать кем? Кого мы можем сюда поставить? Да не знаю, кого, ребята. Ну, тут с разных кустов бегут, с разных сторон заходят на нас. Так, ладно. Может быть, снайпер тут, конечно, добьет всех. С этого сняли броню. Так, секунду. Давай, наверное... Как тут лучше сделать-то? Вот так вот, наверное, я думаю. Сюда переместим. Этого сейчас раскурочим. Здесь этого подобьем. Так, сюда теперь. В эту команду не помешало бы нам поставить уничтожителя плоти, я думаю, да? В принципе, как варик. Секунду. Вон того халабуду нужно сразу уничтожать, друзья мои. Того рейнджера. Okay. Снайпер. Секунду. Ну! Да чтоб тебя! Ну тут вообще зашибись, вся команда в сборе. Идите вниз сюда, перемещайтесь. Чего там стреляете? По кому там вообще стреляете? А ты что стоишь? Зеваешь? Давай, 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 не спать, не спать, не спать, не спать, бомбим. Уничтожаем эту танцульку. Так, подбили, да? Наверху, наверх вот этого поставим. Пускай будет бомбить со своей этой штуки. Это не варик, да, как-то? Не варик. Так сделаем. Дальше, что нам с тобой сделать? Уничтожитель плоти должен стоять вместе с уничтожителем брони. В дальнейшем это пригодится очень сильно. Вот единственное, что у нас вот здесь с тобой нету мины. И это плохо, ребят. Чем плохо? Потому что будут собаки бежать. А этот зомби будет босс их делать невидимыми. И они могут пройти, пробежать здесь. В невидимости. Так, я даже не знаю, давай вот так, наверное, поставим с тобой. Для начала. Для начала, да? Ну и вот так вот. Я вот думаю, не зря ли мы с тобой убрали жнеца, а? Так, переставим вот сюда вот. Там черлидер этот бежит, блин. Так, вот сделаем. Ну-ка, окей. Так, наверху.
Так, ну снайпер сейчас справляется. Тут главное против этих, ребята, держать нос, как говорится, по ветру. Против собак и всякой прочей ерунды. Давай, 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 уничтожаем. Так, а здесь-то у нас никого и нету. Сюда тогда переместим эту команду. Здесь агентов не хватает, правильно? Потому что эти в броне идут. А вон этот пес бежит. Так, с этим разберемся, разобрались. Один этаж у меня, ребята, как-то вообще ни туда, ни сюда получается, да? Пустует, скажем так. Ага. Куда он пошел? Опять он эту невидимость врубает им. Как он меня достал, а? Ну смотри, он сейчас пройдет. Повезло. Вот он, ребята, этот говнарь. Ему нужно броню снести, все. Поэтому надо за ним следить, за этим чувачком, обязательно. Так, а здесь, естественно, активировать ускоряшку. Да ты запарил уже тут орать-то, горлопан. Так, снайперша тут справится. Ну, в принципе, должна. Опять, да, этот халабуда там идет. Но он в лифт уже не пошел. Слушай, может, ты хорош уже, а? Где он там? Я его не вижу. Вот он. Давай, ребята, так вот делаем. Потому что сейчас он будет активироваться. Нам нужно его будет подбить. Только не надо кричать в невидимость, чтобы его не отправить. Все, окей. Меняемся вот так вот. Такое положение у нас будет. Вот так. Этот этаж, я не знаю, что с ним делать. Босс, да ты достал. Когда же ты дуплишься-то, а? В конце-то концов. Ну сколько можно уже? Очень жесткий чувачок, конечно. Очень жесткий. Сложнее всех остальных. Ну, по крайней мере, которые до этого были. Только за счет того, ребята, что он кричит криком своим. Так, ну что, попробуем, наверное, вот так вот с тобой сделать. Нам нужно его пробить. Так, 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 так. Вроде бы неплохо, ребята. Вроде бы неплохо. Вот это вот плохо, что идет сзади. Плохо, что он идет сзади. Так, главное, чтобы не было тут собак, иначе начнется вот этот вот крик, ор. Этого надо подбивать в обязательном порядке, ребят. Окей. Так, здесь меняем, потому что ты видишь, там идет этот халабуда. А с ним лучше не шутить, сразу уничтожить ему броню. А там уже дальше пускай что хочет, что и делает. Почему здесь снайперша вот нужна нам, ребят? Чтобы, видишь, у нас... А, хотя пули не пролетают через этого. И вот сейчас будет фигово, ребят. Босс, как ты видишь, к нам подходит, да? Эти, естественно, сзади него там прутся. Сейчас они будут здесь, и он еще может крик сделать. И они становятся невидимками. О! Вот, вот про это я тебе говорил. Невидимками становятся они. Естественно, они могут здесь спокойно пройти. Это меня просто убивает, если честно, ребят. Ну, ну осталось-то совсем маленечко. Да господи, да пробейте вы этого босса, а, плешивого. Так, адреналин, ребят, включаю. Есть. Ну вот. Вот она, справедливость все-таки существует, ребята. Победа, победа. Именно генерал. 6 раз пробовал переиграть, и все-таки получилось у меня. Тактика моя сработала. И слава богу. Фух. Ну вот, теперь уже, как говорится, и лаборатория. Так, разведка отчиталась о том, что лаборатория как-то связана с появлением зомби. Исследуйте это место любой ценой. Обязательно, ребята, этим займемся. Но, как вы понимаете, это будет уже, естественно, в следующей серии. В следующей, друзья мои, серии. А на этом будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых
видосиков.